Милые братья и сестры одесситы, для меня большая честь обращаться к вам, поделиться с вами радостью, которая наполнила наши сердца той информацией из Парижа, которую вы ждали очень-очень большой надеждой. И я очень рад, радуюсь вместе с вами тому, что исторический центр Одессы включен в всемирный список наследия, мирового наследия ЮНЕСКО. Это большая, но очень достойная оценка того, чему мир должен гордиться. Я очень надеюсь, я очень желаю, что этот список стал бы еще одним бастионом защиты Одессы от агрессора, от которого вы сейчас защищаетесь. Мы с вами, мы ждем этого дня, когда вернемся в Одессу, в мирную Одессу, в Одессу, которая будет так же красива, как была и до тех времен, пока не началась война. И будьте крепки, будьте уверены в том, мы вас любим, мы в вас верим и верим в нашу общую победу.